Чего это она просит? Фотографироваться, чтобы с ней? Ну нету у меня, я искала. У меня просто карточка. Ай, ну. Литуания, ну я сказала, но не надо. Копейки, ну а ты еще хочешь фотографировать. Так она сама встала. Так правильно, ей заработать надо. А я сказала, лучше копейки. Давай, садись сюда. Так а что ты встала тогда? Не надо было вставать. Да, просто она меня обняла. Солнышко выглянуло, да? Солнышко какое выглянуло, мам, да? Против солнца. Ага. Литовцы идут рада. Угу. Очень плохо видно. Давай я тебя лучше. А, нормально, не надо. Пойдем. Да, не с этой стороны мы зашли. Ha ha ha.
Легко. Мам, ты иди всегда впереди меня, потому что я снимаю без тебя. Что сделаешь? Никто меня не фотографирует. Вау. Мама.
Подходи, 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 не теряй время. Сейчас, подожди, постой там. Конюшня вся такая? Да, тут здесь коней гоняют. А, интересно. Интересная конюшня. Вот я и хотела тебе туда, мама, а ты все туда-туда. Здесь я уже увидела, мам, я уже убедилась. Я, поверь мне, у меня.
А вот эти вот, то, что за загородкой, там тоже красиво, это раньше не было. А прям подходили к ним, я даже садилась на них.